Привет! Эт Реборн! Совсем недавно, по многочисленным просьбам, я смотрел первую серию ИНМТ, и она мне тогда, в принципе, понравилась. Правда, что-то очень мало собрала просмотров, там что-то около 5000, что ли. И поэтому что-то пока что я дальше этот сериал не смотрел. Но недавно появилась информация, то, что Зак Мэйн собирается сделать ребут первых двух серий. Вот ребут первой серии уже вышел, я как понимаю, он идет дольше, потому что первая серия что-то, ну, старая шла, по-моему, меньше 10 минут, насколько я помню. Возможно, я ошибаюсь. Насколько я знаю, помимо того, что здесь будет новая графика, здесь еще и будет сюжет совсем другой, и он станет каноническим. Поэтому я решил, а почему бы не посмотреть? Может быть, вам зайдет реакция на именно ребут первой серии гораздо больше, поэтому давайте глянем, потом посмотрим с вами и вторую часть, как она только появится на свет. А появится на свет она когда, я не знаю. Вот, в любом случае, давайте посмотрим. Надеюсь, будет что-то прикольненькое. Погнали! Кстати, графончик, кстати, получше стал, да? Согласен. Последняя газета кончается. Так. Ну почему последняя? А что, вдруг больше нету? Ты куда смотришь? Ай! Ой, господи! Это что? Какого? Мультик меня пытается напугать. Зачем? Че? О, там еще газета была. Да, бери. Бери. Ха-ха-ха, ты че? Почему он бы... Куда газета дела? Ха-ха-ха, что происходит? О, новый журнал. А ты что, его сразу не заметил? Там прям в глаза бросался. МТ. Миллион тысяч. Так. Блин, графони прям офигенно, мне нравится. В первой серии, именно изначальной, он был какой-то немножечко такой странненький. Да там и сюжет был немножечко странненький, если честно, но в любом случае мне понравилось. А сейчас пока что прям шикарная рисовка, мне прям заходит. Так. Так, ну начнем с того, что меня зовут Замазыч. Замазыч? Да, здорово, Замазыч, при этом знакомиться. Я обожаю кроссворды. Однажды мне попался какой-то необычный журнал. Он был намного толще обычных газет и с яркой обложкой. Я очень хочу его решить, ведь тут написано, что решивший его за некий срок может получить целый миллион тысяч в качестве приза. Миллион тысяч? Это так странно звучит, но я ему верю. Если я выиграю, то обязательно поделюсь призом со своими друзьями, ведь они мне помогают в решении. Так. А это Кнайф. В смысле, помогаешь в решении? Ты как бы там один идешь? Наш местный отстраненный задира. Так. Кнайф, типа нож? Кнайф, привет. А почему Кнайф? Не Найф? Чё надо? Не подскажешь, как называют... Хотя я не знаю английский язык, чё я как бы чую его ничего. Это крюк для альпинизма. Кошка? Чё? Это для кроссворда. Так, ну, штурмовой. Понял, что? Записал, спасибо. Серьезно, что ли, так он называется? Почему я думал кошка? Пойду еще спрошу у брелка с Бутылычем. Они довольно начитанные. Здравствуйте. Бутылыч прям классный. Это, а почему брелок? А что это такое? Он какой-то пушистый. Ты подкрадывайся так внезапно. Так. Мы тут как-никак саморазвиваемся, в отличие от... Брелочек, ну ты чего? Он же просто поздоровался. Да, согласен, ты что, офигел, что ты как злой? Ах да, привет. Даже задира не такой злой был. Да тут пара вопросов. Так, давай. Как называется прибор для измерения силы? Амперметр? Хрен его знает, а кто? Динамометр, конечно. Да ладно, серьезно что ли? О, подходит. Нифига себе, какой я неумный. Так, как называется жанр изобразительного искусства, главной темой которой является изображение природы? Пейзаж? Как? Это пейзаж. О, хоть что-то я знаю. Там подходит? Да, да, подходит. Я тоже только засомневался, а вдруг нет? Спасибо вам за помощь. Ой, классное лицо нарисовано. Не за что. Эй, ребят, не поможете с кроссвордом? Конечно, поможем! Как называется место, где прибывают зрители перед началом спектакля? Гардероб? Я не помню, а как? Я не знаю, если честно. Так. Клеви, ты не знаешь? Нет! Озвучка классная. А озвучка, кстати, тоже гораздо лучше стала. Вспомнила. Это фойе. А, фойе, точно. Это, блин, роботизированная озвучка. Досока. Ага. Доска. Так, название водорослей для суши.
Нори! Лампочка, но это по твоей теме. Эти водоросли называются нори. Ага. Пикчер, я думаю... А почему ты не записываешь ничего? Ты знаешь, что дополняет костюм джентльмена? Папочка? Ну, галстук, наверное. Все подходит. Значит, все-таки галстук. Я хотел сказать либо галстук, либо бабочка, а сказал бабочка. Ну ладно. Спасибо вам за помощь. Обращайся. Так. Осталось всего несколько вопросов. За ними лучше подойти к моим лучшим друзьям. Чувак, короче, пытается... любит отгадывать кроссворды, да? Но сам ничего не отгадал, походу. Курасану, стерки, чашечки и... Курасан. Наценсу. Как-как? Лучшим друзьям. Курасану, стерки, чашечки и наценсу. Надсенсу? Привет, ребят, смотрите, что я нашел. Так. Ого, дай-ка посмотреть. У него рука во рту. Что? 1 000 000! Если так. Мы решим весь кроссворд, то нам дадут его в качестве приза. Нифига себе. Друзья, так. Все сюда. Так, слушаем. Как называется растение в форме стопки чашек? Это чашечковый кустарник. Что? Откуда такое есть? Записывай. Подожди, а как в кроссворде может быть такое из двух букв, из двух слов точнее? Так, материал так. Создания плетеных корзин. О, я знаю. Солома хрена узнать? Это древесина. А, древесина, ладно. Так, и последний. Прикол. Какая самая лучшая буква русского алфавита? А, такой вопрос был, я не помню. Почему мне кажется, что я опять? Я в прошлый раз тоже сказал я. Чего? А? Это что за вопрос такой? Согласен. А это... А разве в алфавите бывают худшие и лучшие буквы? Блин! И что? Мы теперь 1 000 000 не выиграем? Походу. Ой, чё, хуй пупсик. Ребят, не хочу вас прерывать, но у нас там обед скоро начинается. Пойдемте кушать. Кушаться? Кушаться всегда хорошо. Ой, смотрите, какой доволен ножик. Читюный. А почему они круассан не едят? Ой. И это, и где? Чё вы нас позвали-то? Где еда-то? Тоже не понимаю. А зачем звать заранее, блин? Да-да, сейчас уже бегу, бегу. Опилки? Сама ой. Ешь. Это лапша с опилками? Да какого поели. Хрена ты такая криворукая? Кто тебе вообще смотреть под ноги учил? Ты что такой злой? Так. Эй, ты, базар фильтруй! А? Это ты мне? Сам фильтруй! Ты выглядишь как так. Артефакт помойки со своими бобоями и царапинами! Кстати, да. Сюда и... Нож достал вилку! Хорош! Так. Ну и как же мне ответить на это? Я не знаю. Мне кажется, у меня есть ответ на этот вопрос. Говори, клякса. Лучшая буква алфавита это... И тут разорвалась реальность. Что произошло? И! А! Начинаю вспоминать, я просто смотрел, уже немножечко подзабыл, вот, по мере просмотра первой серии, я начинаю немножко вспоминать, что было тогда. Точнее, ребуту первой серии. Эй! Это шо? Что за фигня? Я только начал готов был танцевать, а она, музыка закончилась. Не... Ты какой злой! Смей ко мне прикасаться! Ты больше меня не обманешь! Здравствуйте, низшие объекты. Меня зовут здорово. Икраткий, и я самая лучшая буква русского алфавита. С чего это вдруг? Нет, абсолютно. Я с этим не согласен. На кол его. А здесь он выглядит гораздо тоньше, чем в предыдущем кадре. А почему не пишется? Что? Я не могу написать ответ. Ох, какая досада. Так. Видимо, конкурс на 1 000 000 буквально только что закончился. В смысле? Какого хрена? Почему я не успел? Ой. Вот этот звук, классно. Мы что, не получим 1 000 000? Нет. Увы. Но, видимо, нет. А я... Мне кажется, его надо отпинать. Он меня бесит. Так хотел обрадовать своих друзей.
ты так. еще можешь это сделать. Угу. Что? Так. Но как? Как? Присоединяйся в мою игру. Выполни ряд нетрудных испытаний и получи 1 000 000. О, так. Ура! Давай, давай. Выиграть. Я в предвкушении. 1 000 000 может не только замазать. С этого момента каждый из вас является участником. Какая нахрен разница, если они будут все друг с другом потом делиться? Круть! Ну, 1 000 000 это неплохо. Да. 1 000 000! Да начнется испытание на 1 000 000! ЭНМТ! Так. Офигенно, на самом деле заставка только в середине серии почему-то она была. Ладно. Ну, забавно. Так, дайте-ка я вас пересчитаю. Давай. Так, первый, второй, третий, четвертый, пятый, сделали. Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и... А что, оружию нельзя участвовать? Эй, малиновка, язык проглотил. Так. 13-й! Чем мне не нравится, не понял, кого злой. Слушайте внимательно. Вашим первым испытанием будет добраться из точки А в точку Б. Какие-то точки огромные, это уже не точки, это... Я не знаю, что это. Пользуясь самолеты, то из этой поляны вам нужно пролететь через долину ветра. Ну да, короче говоря, такое же испытание, как в первой... изначальной первой серии было. Потом через неспокойный позвоночник и сразу за ним вас будут ждать я с финишем. Вам будет предоставлено 6 самолетов. По 2 объекта на каждый. Исключая на центр. Есть самолет... Вот почему ему не понравилось 13. Не нужен. Я-то уж точно знаю. Ну как будто она летать умеет. Со своими парами определяйтесь сами. Раз, два, три, начали! И улетел. Так, бутылочка, мне. Пошли быстрее. А, бегу, бегу. Это камелота. Так, Чах, Стёрка пошла к Замазычу. Ты идешь ко мне. Ага, с радостью. Нонсенсу, ты если что, лети рядом. У меня для тебя будет пару просьб. Чтобы он... ну, эта штука, короче, всем остальным подгадила, что ли? Какой ты коварный злой, а? И надо тебя съесть. Кнайфичка, пойдем ко мне! Кнайфичка! Эй, грустный Кнайф, какой? Чего ты такой грустный? У нас тут конкурсы начались интересные. Да, что-то, знаешь, не нравится мне этот икраткий. Мне тоже он вообще не нравится, он какой-то мутный тип. Когда на него смотрю, будто бы что-то нехорошее вспомнил. Так. Ничего, скоро привыкнешь, пойдем. Это, я так понимаю, какое-то чеховское ружье, которое выстрелит потом, да? Так, ну, опыт вождения у меня уже есть, так что, думаю, самолет... Это не вождение, это пилотирование. Труда не со... А, он имеет в виду опыт вождения на машине, Ставит. Понял. Так, где тут тормоз? Я, если честно, не особо разбираюсь во всем этом. Какие-то кнопки, какие-то... И уже полетел. Фига себе, не разбирается, говорит. Они уже тронулись, давай быстрее. На какую кнопку? Вот, вот, на эту. Да-да, давай. Может, ты сядешь сам и полетишь? Вот же черт, я ничего не понимаю. Я придумал все кнопки и никакой реакции. Слушай, а может, у нас поломка какая-то? Нет, вы просто не умеете летать. Что? Да он... Мотора нас нет! Мотора нет! А как так? А почему так не повезло им? Ой, кажется, все уже начали. Так. Обидно. Фу! О, поменялись. А, блин, нет, подожди, что-то туплю. Хорошо, что хоть взлететь получилось. Так. О, Куря, попробуй посмотреть в бардачок. Вдруг там есть инструкция. О, чё, ты правда? Нет, инструкция это полезно. Спасибо, дорогая. Так. Ой, ты так мило, дорогая, ты меня назвал. Это как-то неловко звучит. Не, я имел в виду, что если бы ты была товаром в магазине сервизов, то была бы очень дорогой по цене. По-моему, это вообще не комплимент. А, ну если так, то тогда ладно. Так, ну что, пойдем на обгон? Такой серьезный. Ой-о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 й-
Это что это только что было? Это был бабах. Жесть. Страшно. Офигеть.
Такая точка клякса летит. Так. Так, нонсенсу! Да. Можешь столкнуть чарджеры из Соку с их самолета? Нифига себе, ты злой. Эй, ты чего? Нельзя! Вдруг они пострадают? Значит, сделай так, чтобы они упали в кусты. Ладно? Ладно. А что с ней такое? Она, блин, как будто потустороннее какое-то существо. Страшно. Так. А их Сока, как же плавно и спокойно мы летим. Я уверена, ничто не сможет испортить эту воздушную поездку. Да-да-да-да. Будь уверена дальше. НЛО приближается! А что ты творишь? Курасан просил. Не смей. Охренеть! Опасно. Ой. По-моему, это нифига не кусты. Я не понял, что случилось. По-моему, не было такого в изначальном сценарии. Что за жесть? Офигеть, мне их жалко. Ну что, с ними все нормально? Нет, абсолютно ненормально. Ну, относительно. Какое относительно? Ты их грохнула? Офигеть. Вот это жесть. Так. Здравствуйте, зрители НМТ. Небольшое Здорово. Лирическое отступление. Ну-ка, рассказывай. Сейчас я вам расскажу про сабовых персонажей. Итак, сабовыми называются ваши персонажи, которые относятся к тематике Object Show. То есть это могут быть объекты, а также символары. В промежутках между эпизодами... Они даже придумали название типа «РАС». ...подами НМТ у нас устраиваются конкурсы, победители которых могут засветиться в шоу. Вы совершенно бесплатно можете прислать своего сабового персонажа. И если он окажется в числе победителей, то появится в середине или титрах следующего эпизода НМТ. С указанием автора, конечно же. Правда, это всего лишь картонки, которые могу видеть только я и вы. Ну и так нормально. Ну да какая разница? Это все, что вы должны были знать про сабовых персонажей. Увидимся у финиша! Еще один найф, только уже целый. Подушкинс! Пелька! Стекло. Почему стекло? Это же ножик тоже какой-то. Рожик, Валик, Чайка, Папер, Звезда, Альфа, Дядя Светыч, Куши, Бебра. Почему Бебра? Грант, Glasses, Record Disc, Веси Сайн. Неплохо. Почему Веси? Не понял, это что, люди из-за рубежа? Да, это просто ники, наверное, какие-то. Так. Что-то на самом деле грустно было в конце. Ух, кажется, гроза собирается. Кажется, дождь собирается. Ну ничего, мы уже близко к финишу. Так. Ого. А где остальные самолеты? Всем настала хана. Путь можно считать, что расчищен. Какой он злой вообще. Пойдем-ка на обгон. А мы вас обогнали. О боже. Лошара, нефиг было палки в колесе вставлять и ставлю. Ой, нифига себе. Ну чашку-то за что? Пипец, жалко ее. Офигеть. Воу, Клеви, посмотри, там финиш. А как садить-то, непонятно. Краткий машет нам. Так. Какой-то он слишком шутки, вам не кажется? Даже никого не осталось. Выходит, мы с тобой вдвоем выиграли. И вы не выиграли. Ха-ха-ха, бедняги. Офигеть. Какого хрена происходит? Что за фигня? А кто будет дальше в продолжении, если все того откинулись? Это страшно. Я не помню, чтоб такое было в изначальной версии. Офигеть. А этот такой смотрит довольный. Так. О, Пикчер победил. Так. Вот и кончилось первое испытание. Офигеть. Так уж и быть, на этот раз исключения не будет. Вместо этого голосуйте в Google документах по ссылке в описании за подарок, который получит Пикчер в следующей серии. Офигеть. Это может быть либо печенька, либо лист с похвальными словами.
Ну, дай ему хотя бы печеньку, я не знаю, камон. Что-то какой-то странный, на самом деле, подарок, и они же соревновались на 1 000 000 тысяч. Либо апельсин. Голосование закон... Что за странный апельсин? Какое-то желтое яблоко. Позже через сутки. Увидимся. Офигенно. Айрподыч, Марк Райн, молочка. Маяк, Кси, Экстен, зеленый, Алекс, Таканыч, Тефон. Хм. Карнишок, Колорадо, Прож, что такое Прож? Палома, Крендель, Медя, Джингл, Тутти, Фрутти, Тришки, Шайни. Неплохие названия на самом деле. Выглядит тоже вот эта штука классно. Ну-ка. Я уж хотел выключать, а там оказывается я ещё в конце. А, они так и не взлетели. Им больше всех повезло, кстати. Может, ну его? Да, ну его. Бедняга. Хотя на самом деле ему повезло больше всех. Короче, друзья, знаете, первую часть я смотрел, мне она прям очень понравилась, была веселая, но очень всратая, если честно. Было немножко странно ее смотреть, насколько я помню, если я правильно помню. Но вот это прям мега классно, и шикарный рисунок, и озвучка прям очень восхитительная, как мне кажется. И лучше сделан сюжет, по крайней мере, он, мне кажется, показался более целостным. Но, если честно, я не помню, чтобы такая жесть творилась в изначальной версии. Может, я ее уже и подзабыл немного. Но, в любом случае, мне прям мульт очень сильно понравился. Это было офигенно. Я с нетерпением буду ждать ребут второй серии. Поэтому, надеюсь, мы ее посмотрим. Ну, естественно, все зависит от вас. Если будет здесь много просмотров, то обязательно посмотрим и вторую серию. И, естественно, дальше тоже. Но, если вам понравилась реакция, ну, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенцы. Все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.